Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем играть в игру Mother in Abyss. И в прошлой части мы, так скажем, начали проходить второстепенный сюжет. Так, давайте сюда заглянем. Пока давайте без диалога. Вот, в прошлой серии мы начали проходить второстепенный сюжет самой игры. И с нами, помните, был паренек Рауль. Так он вот решил немножко, так скажем, быть неосторожным и упал с первого уровня куда-то на второй или куда. Короче, не стало нашего любимого персонажа Рауля. Ну, для кого-то любимый, для кого-то нет. Все, поехали. О, я вижу, ты пещерный рейдер. Да, есть такое. Так. Можете ли вы рассказать мне, какие у вас были приключения? Да, супер рассказывает, конечно, персонаж. Понятно. Так что, когда дело подходит до бездны... До бездны даже... Даже первый слой может быть довольно сложным. Большое спасибо. Говорить напрямую с пещерным рейдером — это очень... поучительно. Так, ну и давайте теперь в бездну отправляемся, собственно говоря. Так, здоровье 106, ну, отправимся. Также, друзья, в этом сюжете есть еще урон оружия. То есть, вот наша кирка, вот видите, это зеленая полоса, она имеет как бы урон. Ну, не урон, а прочность, как в Майнкрафте, короче, поэтому... Меньше отвлекаться надо будем на этих белочек всех, мерелочек, так что... Так, белочки, надеюсь, вы меня не потревожите, я вас. Вот, видите? Так что белочек мы не будем особо так трогать, тем более, друзья, у нас... погодите, а с какой целью мы вообще отправляемся? Где карта? Где... Где вообще? Нам вообще куда? Что у нас по квестам? А, неизвестная область. Исследуйте прыгающие скалы. Ага. А, мы ж помните еще, друзья, в прошлой серии набрали других квестов. Вот, от другого чувака. Вот, набрали. Так что у нас есть и второстепенные теперь задания, в отличие от сюжетки с Эрегом и Риком. Добро. Так, неизвестная область. А неизвестная область, это нам куда? Это нам аж на второй уровень? Я так полагаю. Вот, также, друзья, мне рассказали, что вот это вот за виски, это уровень. Короче, это киберпанк номер 2. Вот там, видите, у нас в левом верхнем углу красный свисток и левел 2. Вот мы при получении нового уровня, я так полагаю, получаем новый свисток, да? Вот, синий свисток, лунный, черный, я так думаю, я не знаю. Ага, все, спокойно, вижу. Раскопай. Так, тут нет. Вот, и та слезьте. И вот эти вот свистки, так скажем, видите, здесь кирка и топор. Здесь кирка, топор, лук и пистолет. А здесь, ну, я так полагаю, что это какое-то улучшение. Я без понятия, друзья. Я почитаю об этом всем, я еще посмотрю. Так, камешки. Вот, я еще почитаю комментарии, мне просто написали там в комментариях, что это за свистки такие. Так что, так, подождем. Вот, мы не будем тратить особо, так знаете, кирку на всяких таких вот мини-мобов, например, как белочки, еще там кто-то или что-то. Мы будем тратить кирку на...
настоящих противников, на врагов, уже более сильных монстров, да, мобов, так скажем. Я надеюсь, ты сейчас не упадешь. Так, отлично. Белочек мы, я повторяю, не трогаем. Ух ты. Так, давайте спустим. Я вижу там просто сломанный шар. Вот, белочек мы не трогаем. Сломанный почтовый шар. Отлично. Так, я хотел, друзья, ноутбук. А, это записи. Так, я хотел бы узнать, друзья, куда нам вообще нужно. Нам вообще какую неизведанную область надо с вами изведать? Обычно неизведанная область помечается во. Обычно неизведанная область помечается, так скажем, цветком. Так, понял я. Так, ладно. Вот сюда куда-то наш Рауль там упал, так что... Вот, не знаю, зачем я это все раскапываю, но... Вот, ну, наверное, выполним какой-то квест. Так, ОБС записывает, да, все хорошо. А то... Так, я, наверное, знаете, сейчас игру немножко потише сделаю. Помощь. Да не надо мне помощь, мне надо... Параметры. Вот. Параметры звука я сделаю 50. Все. Так, а фоновую музыку я, наверное, даже сделаю на 50. Вот так. Все. Так, и нам, я так полагаю, туда, да? Прыгали. Вот, мы белочек будем просто пробегать и на них не обращать особо так внимания. Вот так. Так, хорошо, переместиться. Первый слой. Так. Нам, я так полагаю, куда неизведанный слой? Это нам все уже, открытый мир открыли. Мы можем идти теперь к нашей любимой на ночь. Вот, по идее, должно же быть какое-то задание, не знаю. Так, ладно, допустим. Вот. Побочный квест. Так, а нам вообще задание как-то показывает.
Прыгающие скалы. А, то есть мы вообще даже... Так, а где у нас вообще прыгающие скалы? Каменный ковчег. А, то есть мы даже вообще не в том направлении, да? Так, давайте поедим, я так понимаю, яблоко. Оборудование. Так, а зачем я это делал? Пока что вообще непонятно. Так, понятно только, что нам... Ворота мир преисподней. Так, друзья, я без понятия, куда нам надо. Вот, нам сюда ли вообще надо, или вообще нам надо не сюда. Так, проклятие бездны. Так, неизвестная область. Исследуйте прыгающие скалы. Это у нас на каком уровне вообще прыгающие скалы? Так, первый слой без. Так, это вот здесь что ли прыгающие скалы? Понятно. Так, друзья, давайте я, значит, найду эти все-таки прыгающие скалы и встретимся уже с вами на месте назначения, так как я без понятия. У нас не отмечено на карте абсолютно ничего. Странно. Так, ну это точно не прыгающие скалы. Ладно, пошли дальше. Я все, друзья, подзабыл, как эти прыгающие скалы выглядят. На первом это уровне или на втором, я без понятия. Так, спуститься. А это никак нельзя, нет? Так, что-то, друзья, у меня такое чувство, что нам надо именно сюда. Не знаю почему, у меня что-то такое тут чувство. По всем точкам перемещения хожу, не знаю где. Так, ну как бы, друзья, смотрите, у нас тут написано
областях. Вот, так что может мы и найдем. Так, ну набор мы не будем с вами тратить. Нам надо с вами куда? Нам надо с вами аж сюда, да? Или на первый уровень. Я, в общем-то, не пойму, куда нам надо. Исследуйте прыгающие скалы. Я хз где-то. У нас там перегруза нет? Нет, у нас вообще там нет перегруза. Так что хорошо. Так, девок у нас 5. Ну, друзья, я продолжаю, так скажем, исследовать. А, короче, друзья, решил я загрузить, значит, сохранку. Давайте теперь мы, откровенно говоря, пойдем и нормально поищем, так сказать, эти камни. Прыгающие скалы. Друзья, я полагаю, что это то место, где Рика нашла Рега. Вот, ну как еще, друзья? Вот как еще? Вот, короче, идем пока что в то место, благо я помню, где это место. Вот, я надеюсь, что это место, где Рика нашла Рега. Вот, ну побежали. Вот, по дороге будем вот такие камни собирать. Так, продолжаем. Если же это не это место, то я хз. Хз-хз прям. Вот, ну ок, пойдем, так сказать, по следам Рега и Рико. Вернее, по следам Рико. Вот, ну, мне почему-то кажется, что... Не, вот просто вот, друзья, вот, прыгающие скалы, ну, я хз. Вот, ну, предположим, что это там, где я думаю. Так, окей, мы где-то с вами здесь спускались, да? Нет, мы спускались с вами здесь. Плохо, что не помечено оно этим свистком. Это да. Вот, я так понял, те значки, которые отмечены, так скажем, восклицательный знак, который отмечен фиолетовым цветом, это побочные задания, то есть второстепенные. Ну, давай раскопаем. вот, ну, хорошо, побежали. Да, смотрите. Так, первый слой, хорошо. Так, ну извиняюсь, за такую уже не полезу. Так,
Так, Белочка, ты меня задолбала. А, ну. Еще вспомнить, куда мы там шли. Так, ждем, пока проклятие падет. Вот, я, наверное, две серии, друзья, запишу по бездне. Так как я чувствую, что мы в этой серии ничего особо так не сделаем. Будем бегать туда-сюда. Так, нам не сюда, я помню, мы за Рико куда-то вот сюда шли. Вот сюда куда-то поднимали, и аж туда. Ну, я думаю, друзья, это логично. Я думаю, это логично, нас посылали, где мы были в первом сюжете, наверное. Так, тихо. Ты что, издеваешься? Значит, к этому надо сзади подходить. Понял? Так, загрузить. 17. 3 минуты. Назад давай. К вот этому упырю надо сзади подходить. Так, хорошо. Вот, ну я думаю, нас же сразу не будут так посылать на третий или на четвертый уровень, правильно? Что ж, это логично. Вот, я, конечно, хочу рвануть на пятый уровень, а еще лучше на четвертый к наночи. Вот, но я думаю, что пока что рано. Так, а я хочу посмотреть вообще, что дают эти камни. Вот что они дают. Так, ну туда лезть нам бы бессмысленно. Так, я помню, я за Рико. Туда куда-то бегал. Нет, не думаю. Так, ну хорошо, надеюсь, что я сюда пришел. Да, мы ж сюда за Рико бегали. Ух ты, кстати. And...
Да, конечно, сложно ориентироваться в бездне без этого, без карты. Так, первый слой. Ну давай. Так, ну мы здесь бегали за Рикой, я это знаю. Вот там, кстати, вот хер этот. Два. Два лося. Один этот, второй тот. Так, ну сюда, наверное, нам не надо. Попробуем. Не-не-не-не-не, спасибо. Ой, как больно. Не, я понимаю, что с этим нам воевать бессмысленно. Так, давайте сделаем мы почтовый шар. Назначим мы наш почтовый шар на... На что мы его назначим? Так, давайте мы оборудование. А, ну да, пускай там и будет у нас. Не, зачем? Зачем мне ты это? Вон. Так, нам... Куда вообще? Нам ибо сюда. Ну а дальше еще ничего не вижу. Так, ну здесь две. Так, автосохранение у нас когда было? Автосохранение. Загрузить. Автосохранка у нас 17.13. Ну, 3 минуты назад, в принципе. Было. Не страшно. Так. Так, я так до сих пор не понял, где прыгающие скалы. Ну, конечно, друзья, с вами тут собираемся, да, куча лута. Ну, по идее, вот, ну, Рика здесь нашла Рега. Да, вот здесь Рика и нашла Рега. Так, а мне интересно, мы можем как-то чинить кирку?
мы можем вообще создать создание кирка, топор. Окей, то есть у нас есть, по идее, уже новая кирка, да? А где она? А, у нас две кирки, да? Да, то есть если первая сломается, хорошо. Хорошо. Так, давайте мы здесь перекусим. Что у нас есть? Плод. Я без понятия, или нам еще вниз спускаться, или что. Мы и так уже на 200 метров спустили. Так, ну в принципе лады. Я думаю, давайте мы здесь и сохранимся. Чего? Почему я не могу здесь сейчас сохранить? Не понял. Так, обходим этого стороной. Не, брат. Так, ну на 1000 метров давайте тогда ниже спустим. Я не знаю. Ветряная мель. Ибо я тупенький, ибо я не понимаю. Ибо нам, может, надо, где Рек и Рико были. Я не знаю. Не, ну это реально бред. Отправить нас хер пойми куда, без карты, без ничего. По мне это бред полнейший. Так, ну поешь ты наконец. Кстати, животных можно прикормить? Давай. Ау. А, это типа, чтобы их отвлечь, понятно. Так, ну давайте мы, наверное, что? Сюда. Хотя, друзья, это очень странно, что, ну, я хз. Вот, может, нам надо действительно спуститься, где были Рек и Рико.
А где они были? Странно это все. А если нам вернуться в борт обратно? Короче, друзья, не знаю. В общем, друзья, возвращаемся мы в борт. Вот, возвращаемся в борт. Так, ОБС работает, работает. Давайте мы сохранимся, наверное, здесь. Думаю, вот здесь мы и сохранимся. Вот, так как я без понятия, друзья, если честно, давайте скрафтим нам еду. Где вот эта вот область, напишите в комментариях, где мне найти вот эту вот область. Я реально просто уже реально все перето. Может даже метки ставить, серьезно. Да ладно. Вот, я, в общем, все перепробовал. Вот, так что возвращаемся в Ворс. Ворс, к тебе домой. Так, нам надо есть. Нам надо жрать, а мы ничего не можем пока что приготовить, так что нам придется съесть. Есть два плода, два яблочка и все. Вот, так как реально отвечаю, что да, без понятия. Почему-то я так чувствую, что это то место, где Розерика убегали вместе. Вот там неисследованная типа территория или что-то такое. Ну а дальше я хз, честно вам признаюсь. Что-то такая за территория. Вот, в любом случае мы узнаем это в следующей серии. Вот, буду мы, так скажем, в поисках этих скал прыгающих. Были. Не, Веночка, бесполезно. Извини, замучил я тебя, конечно. И поесть ничего, да? А, это вкусно. Так, ну-ка, белочки, мне придется все же вас уработать. Так, ну что, друзья, на этом я буду заканчивать. Вот, всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все, всем удачи, всем пока. Встретимся с вами в следующей серии.